Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас КамАЗ 5511 для City Car Driving. Указано, что к нему идут экстра кузов, то есть под цвет нашего кузова вот этот самосвал, но никаких экстра в архиве я не увидел. Цвет самого грузовика меняется, а вот кузова нет. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Итак, это 6 на 4 колесная формула, механика 5 передач, 210 лошадиных сил, 90 км в час максимальная скорость. Установка вручная, вручную нужно прописывать код нашего грузовика в этом случае. Вот так вот он выглядит внешне. В кузове у нас ничего нету. Такой вот самосвальчик. Давайте переместимся уже непосредственно в кабинку. Вид с пассажирского и вид с водительской. В принципе, неплохо выглядит. Немножечко, конечно, простовато текстуры. Хотелось бы повыше качества. Давайте посмотрим, есть ли какие-нибудь зазоры в текстурах. Так, вид наш кузов. Ну, в принципе, ничего такого, дыр в салоне я не наблюдаю. Конечно, есть в некоторых местах каша с текстурками, но именно дырок на улицу я не вижу, это хорошо. Давайте включим, послушаем звук. Вот такой вот у нас звук. Звук поворотников, индикации никакой нету, сигнал. Ладно, звуки есть свои, это хорошо. Давайте теперь попробуем его на дождь. Что он будет нам говорить в дождь? Так, включили дождь. Как мы видим, дождь не попадает у нас на стекло, к сожалению. Не буду переключаться, тут уже все видно. Можем даже дворники включить. Дворники, кстати, работают. Это хорошо. Но, к сожалению, еще даже какие-то артефакты проскакивают. Так что дождь я не рекомендую на нем ездить. Давайте я немножко звук немножко я приглушил звук, потому что сильно громко. Звук двигателя. Какие-то артефакты постоянно проскакивают. Я думал, это от дворников, может, это от дождя. Давайте выключим дождь. Нам, в принципе, нужна ночь. Вот такое у нас происходит ночью. Давайте включим приборки. Приборка зеленым с таким загорается. И вот так вот светят дальние. Ну, давайте я все-таки с включенными фарами буду, потому что я его не найду. Вот так вот у нас выглядят фары. В принципе, их хорошо видны. Желтоватые такие. Желтый встает посветлее, когда включаешь дальние. Теперь поворотники. Поворотники хорошо видно, и они дублируются. Сзади их тоже видно. Вот так вот стопы работают. Возвращаемся назад в кабинку. Так, все-таки лучше включить свет, потому что очень крайне, я бы сказал, темно. Вот, теперь я на водительской. Давайте попробуем немножечко проехать. Так, первую включили и понеслись. Когда газуем, у нас звук еще сильнее остается. Третья передача — это 30 км/ч. Также его что-то так сильно несет. Давайте я еще проедусь, потому что возможно, я просто на обочину там заехал. Ну да, вроде бы ровно едет, просто я немножко на обочинке взял и тормозим. Так, давайте выключим двигатель, потому что громко слишком работает, как по мне. Что можно сказать по данному моду? Ну, в принципе,
Мод повторяет КАМАЗ с его недостатками, но хотелось бы, конечно, чтобы автор все-таки поработал над интерьером. Видим, что у нас тут с текстурами не все в порядке. Хотелось бы, чтобы добавляли освещение в салон, потому что вот выбрал карту проселочная дорога, и все, ночью встает максимально темно, вы машину не найдете, если вы на другой камере, только по фарам там приборка, да, подсвечивается, но кроме приборки вы абсолютно ничего не увидите. Что касается внешки, ну, внешка как бы нормальная, но куда-то делись экстры, которые нам обещали. А так все вроде бы так вполне себе сносно. Всем спасибо за просмотр моего обзора. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч.